привет, дорогие! Меня зовут Бухян, я кореянка, которая говорит на русском. Здесь мы с вами обсуждаем уход за кожей лица, чтобы ваша кожа была здоровой, красивой, сияющей. Также тестируем очень много корейской косметики, поэтому если вы любите уход, если вы любите корейскую косметику, то смело подписывайтесь на мой канал, на мой инстаграм, где каждый день я с вами общаюсь. И сегодня, я думаю, что долгожданная тема про самое-самое популярное в Корее. И сегодня прям я очень рада эту тему взять, потому что часть этого продукта вы уже можете смело покупать в вашей стране. Расскажу прям топовые бренды, которые очень популярны в Корее, и их новинки, и их steady seller, то, что очень популярно сейчас и можно встретить в Корее. Итак, давайте начинаем с такого нового бренда, называется бренд Миксун. Его пока в других странах, по-моему, я не видела. Буквально в Корее тоже он стал популярным недавно, но такой прям резко рос, потому что очень честные, известные блогеры корейские, те, которые очень следят за своей репутацией, никогда не посоветуют что-то плохого, они его многие рекомендовали, создавали с ними коллаборацию. Их самая известная сыворотка с бин, это с горохом, да, с фасолью. Вот, очень такая нейтральная, для чувствительной кожи подходит. Здесь прям самые минималистичные ингредиенты, сама концепция такая вот очень простая, потому что мы сейчас идем все к тому, что все опустошаем, все минимализируем. Эта концепция сейчас очень популярна уже года 2-3. Вот, это вот такой вот достаточно жидкое, жидкое средство, быстро впитывается. Но мне больше всего зашло вот этот стик. Вы знаете, что в Корее стики очень популярны. Вот, вот такой вот стик. Мне почему он нравится, потому что сейчас осенью у меня очень сухая кожа, и мне очень нравится вокруг глаз. Вот такие места, где я прям чувствую, что стянутость кожи очень удобно обновлять. И также его легко брать с собой, если я куда-то уезжаю и нет возможности взять этот крем я просто беру стик, и мне очень нравится. И эффект, что классно увлажняет, и очень классный состав, и удобный формат. Поэтому да, имейте в виду, что бальзамы сейчас тоже очень популярны. Также есть у нас бренд Biplane. Biplane тоже бренд, один из таких прям супер-супер steady seller. Особенно в предложении, самым известным в Корее по косметике, Huawei. Он всегда очень популярный. И мне нравится их концепция тоже. Очень простая, эффективная косметика. И при этом они очень делают акцент на то, чтобы минимизировать расходы на упаковку. Поэтому у них была раньше очень такая крутая упаковка, стеклянные банки. Они, наоборот, перенесли эту банку в такую пластмассовую, чтобы было больше возможности переработки. И также снизить себестоимость, что тоже, мне кажется, рационально. У них вышла вот такая вот маска глиняная. Глиняные маски я люблю. Из очищающих именно пилинга скраба я больше всего люблю и рекомендую всегда глиняные маски. И мне нравится, что она, знаете, какая? Вот такая с частичками. Видите? Вот. Когда они его выпустили, сразу был sold out, потом многие его ждали. Я попробовала, мне понравилось. Я люблю глиняные маски такими частичками, потому что есть немножко такой пилинг эффект, при этом очень бережный. И также то, что не высыхает на 100%, потому что если глиняная маска на вашем лице полностью высыхает, мы травмируем кожу, не ждите до того, как у вас лицо просто вот так будет болеть, да. Смываем, как написано, через 5-10 минут, вот, и лучше делать регулярно, чем один раз какую-то сильную маску, да, всегда накопительный эффект. И вот следующий бренд, обратите на него внимание обязательно, потому что это тот бренд, который я, наверное, уже года 2 назад вам и рекомендовала, и рассказывала, который вы сейчас можете найти в своем городе, в своей стране. Это бренд Celimax. Когда я познакомилась с этим брендом, они мне прислали сначала всю вообще их линейку, и я прям была удивлена, во-первых, было очень красиво. Когда я попробовала, я прям влюбилась, и больше всего я влюбилась в линейку с Нони. У них есть разные линейки, это их, можно сказать, топовая линейка. Уже, наверное, вот сколько она существует, она столько и всегда и популярна. Они сделали в разных уже размерах эту легендарную сыворотку. Кстати, эта сыворотка была у меня в боксе тоже. Если кто знаком с моими бьюти-боксами, да, я его про него тоже рассказывала. Очень много отзывов хороших я получила. Специально хотела показать вам упаковку. У них вот такая упаковка. Мне кажется, продумано, да?
красиво продумана. И вы сразу ее найдете, потому что она такая зелененькая, красивенькая. И здесь у нас рабочий ингредиент экстракт нони, который переводится как дар бога. Очень хороший антиоксидант. Эта линейка вся, так же как и в основном все средства бренда Selimas, подходит для чувствительной кожи, да, максимально бережный уход. У них есть одна линейка отдельная от акне, более такая, можно сказать, стильная по воздействию, если у вас чувствительная кожа, сухая, комбинированная. Очень рекомендую попробовать. Обратите внимание на нони, при этом он и плюс антиоксидант, да, хороший уход, хорошее успокоение, увлажнение кожи, плюс питание. Эта сыворотка самая известная у этого бренда. У них, кстати, даже вот эта пипетка, как называется, да, тоже необычная. Она, знаете, вот она не водянистая, достаточно густая, можно сказать, но быстро впитывается, и кожа вот такая напитанная. Единственным таким не минусом, но особенностью можно считать запах нони. Это не ароматизаторы, это просто настоящий аромат данного ингредиента, что говорит, что его достаточно много, да, чтобы было именно хорошее действие. У меня такая банка, честно, уже где-то третья или четвертая. Я постоянно использую, особенно мне нравится осенью, зимой или весной, когда вот переходный сезон, когда нужно хорошее питание, хорошее увлажнение. И из этой серии вторым моим любимым продуктом является вот эта глиняная маска. Она тоже самая, как глиняная маска Replay, очень мягкая и при этом не сушится. Ее можно хоть использовать каждый день тонким слоем и очень комфортно, при этом также с экстрактом нони, поэтому как антиоксидант также работает не только как очищение, но и как питание кожи. И удобный формат, да? Тюбики, большой объем, можно много-много раз пользоваться. Если у вас чувствительная кожа, то я рекомендую из доп. Очищения именно глиняные маски, потому что это самый бережный у нас вариант, можно сказать. И затем у них есть также крем для глаз. Сейчас многие спрашивают у меня про кремы для глаз. И я думаю, что не зря, потому что сухо, вы начинаете видеть больше морщин, больше недостатков, тем более после лета. Летом мы больше как бы на улице, больше погоды, наслаждаемся сейчас, мы больше в помещениях. Кожа получила, да, все эти травмы от ультрафиолетовых лучей, от батарей, которые сейчас работают. На улице сухой воздух, да, снег где-то идет, и вы больше смотритесь в зеркало, да, смотрите, обращаете внимание на себя, и кожа у многих сейчас проблемная. И крем для глаз я рекомендую, особенно если вы часто делаете макияж у глаз. Дополнительное питание, увлажнение для кожи вокруг глаз никогда не помешает. И также здесь экстракт нони, мне тоже нравится здесь. Вот. Вы наносите так, да, и массируете. И когда вы используете текстуру, тоже покажу. Мне так нравится. Вот. И когда вы наносите кремы для глаз, всегда делаем это очень мягко, бережно, вот такими движениями, как будто вы играете на пианино. Не нужно тянуть, да? Получается, мы еще раз увлажняем дополнительно, питаем кожу вокруг глаз, потому что она у нас самая тонкая. Здесь больше морщин мимических и других появляется из-за сухости. Вот поэтому дополнительная забота никогда не помешает. Поэтому вот эти три продукта внизу укажу магазины, где вы можете их приобрести. Вот бренд Selimas, один из таких моих любимых, который я очень хотела, чтобы многие попробовали, и я очень рада, что он наконец-то официально есть. Следующий бренд — это бренд Habib. У них вышла новая вот такая линейка. Если у них была такая зелененькая линейка с хотюней сердцевидной, которую тоже я очень люблю, вышел вот этот Sodium Hyaluronic Cream, то есть с гиалуроновой кислотой. Мне кажется, что вот этот крем тоже многим понравится, потому что у него очень легкая текстура, вот видите? Но при этом хорошо увлажняет. Вот. Даже на осень мне подошло, несмотря на то, что у меня сухая кожа. Видите, вот такая прям почти как что-то между гелем и кремом. Поэтому кто не любит плотные текстуры, у кого даже жирная кожа, все равно даже для жирной кожи нам нужно увлажнение, особенно в сухие, да, в сухой сезон. Я бы обратила внимание на данный крем. У них есть еще диски, вот, еще есть масочка тоже, такая гидрогелевая, тоже мне достаточно понравилась. Это те бренды, которым можно доверять, которые можно пробовать. Вот. И последний бренд, который тоже радуется новинками, это
Изентри. У них был ребрендинг, поэтому они сейчас полностью поменяли дизайн, концепцию. Сейчас так многие делают, потому что, ну, люди любят новое что-то. И при этом у них не только ребрендинг, но очень много новых интересных средств. Пока из того, что я попробовала, мне больше всего понравилась эта мягкая линейка Yum Root Vegan Milk Toner. Веган косметика, очень мягкая. Она такая простая, по банке тоже, знаете, вот такая вот. Это milk toner, такой молочный тонер, классно увлажняет, больше увлажняет, чем обычно водичковые, да, прозрачные тонеры, но при этом подойдет для всех, даже у кого жирная кожа, да. И очень понравился такой базовый крем, необычно, да, здесь 80 мл, и флакон тюбик тоже нам показывает, что сейчас мы минимизируем расходы на банки, потому что вот такие банки всегда дороже по себестоимости, чем такие тюбики. Но рационально, когда мы осознанные покупатели, умные, понимаем, что нам лучше 30 мл больше крема, нежели мы будем платить за банку. Но я думаю, что многим так. Поэтому вот такая текстура. То, что сейчас именно подойдет на осень-зиму, возможно, для совсем жирной кожи будет жирноват. Но у кого, например, сухая кожа, кто любит именно такие плотные текстуры, то я прям с удовольствием. Для меня это очень хорошая текстура на сухой сезон, именно на сейчас. Вот эта комбо, которая вместе, да, мне очень понравилась. Итак, разобрали очень быстро. Сколько брендов? 5 брендов. Классные средства. Все я попробовала, именно выбрала то, что мне больше всего понравилось. Вот, напишу все названия под видео. Рассказала вам, что вот этот бренд замечательный, Celimax, это линейка с экстрактом нони уже в вашем городе, в вашей стране. Вот, если у вас есть еще бренды, которые вас интересуют, или какие-то темы, то пишите. Пока, получается, к своей цели идти, регулярно снимать видео на YouTube. Надеюсь, что вам полезно и интересно. До скорых встреч, надолго не прощаемся. Пока-пока!